Мы с Снайперского как-то выиграли. Кого вижу? Слышно. Очень хорошо. Пол слишком жесткий. Нет! Ах ты! Какашка! Ничего, страшно. Давайте поиграем последнюю игру. Приветики, и сегодня мы будем играть, угадайте во что, привлекаем Pixel Gun 3D. Мы очень-очень давно играли в эту игру, снимали на канале Pusser Channel. И вы спросите, почему я долго не снимал ролики? Потому что уроки надо было делать все время, а теперь уже лето, и не надо уже делать уроки. Получается, и там через зом тоже. Окей, давайте откроем сундучок. Что тут у нас выпадет? Я не понимаю, зачем вот эти фигни, вот эти детали? Хороший вопрос, да. Так, давай, что, яйцо достану, окей. Какой питомец тут у нас выпадет? Новый, а то апгрейд. Наша, как всегда, апгрейд. Я, кстати, немножко играл вчера. О, у меня уже такой тигр у меня. Помогаем, такие предметы. Вот такие пушки. Я вчера купил вот такую пушку. Либо повчера. Такую крутую я убила. Раньше вот такая. Да, вот такая крутая тоже. Вот такие пушки у меня. Давайте уже... Кстати, это... Давайте сейчас посмотрим, что у нас выпадет. Я надеюсь, 30 багет. Не, ну... Зачем мне эти детали? Они мне так не нужны. Так. И... Что выпадет? 10 монет. Ну, нормально, могу сказать. И теперь тут... Как повезет. Уже рандом. Пойду. А, детали, блин. Не нужно были детали. Окей. Можно достать 50 даже монеток. Ну, 10 хотя бы. Так, что мы там сделали, да? То, что за фри. Не знаю. Это что за выс? А, точно, вспомни, это сундуки. Можно тоже купить за... За что? А, за ключик. Ну что уже, давайте Battle Now нажмем. Давайте To Battle. А. Так, вот мне. Вооружается, вот все загрузилось. Тут уже две победы в нашей команде. Так. Давно играем эту игру. Очень давно. Вот это фика. Фика. А, и меня убили сзади. Я даже не заметил, что он там был. Вот это пушка крутая такая. Красиво выглядит. Я застрял там, где вода. Прикол. Тут уже можно уже. Так, держим. Ниндзя-робот. Нет, нет, нет.
Это тоже все. Это тоже был не видеть его было. Убили. Мы со снайперского как-то набить друг друга. Кого убили? Отлично. Очень хорошо. Где еще враги у нас? Потому что плохая команда. Не знает? Очень плохо. Вот их будет собирать, да? Наверное, тут? Нет. Нет? Так где все враги наши? Не знаю. Но он стал невидимкой. Я это уже понял. Брали. Бежим. Где наши враги? Вот тут. Иди сюда. Что убили его? Ну, иди. Ему сломали это. Ну что это? Меня сзади, конечно, убили, как всегда. Давайте, мы должны победить. Тут что, вы так тупите? В зануды попались. Так капец. Проиграли. Люди, у меня только 10 XP. Окей, давай. Рандом. О, что за новая карта? Это новая, это старая? Она новая. Это то, что не было, 100%. Поранили его хорошенько. Ой, это что за штука? Тут много что добавили, я вижу. Так, меня тут не было в этой игре долго. Так, так. Девчонка. Девчонка. Не знаю, как со мной связывается. Не-не-не-не. Какой-то глаз. Какой-то глаз. Не. Отлично. Удобно. А этот был сзади. Ну почему всегда игроки нападают сзади? На меня. Идем. Бомс на воду. Ой, что это было? Не знаю сам. Так. Не-н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 е. Умирай. Так, кто-то вот тут есть. Тут снайперский. Вроде снайпер. А вот. Ну-ну-ну. Со снайпера хотели меня убить. Ага. Я
Ребятушки. Ну что, Артём, сейчас тебе будет капец. Тебя сейчас убьём. Нет. Мог суперспособность использовать. Но мы победили, всё. И вообще, что я застрял там? Ну, серьезно, что я там застрял? Вот две ключики достал, и монетки, и куит. Ты еще поиграем. Вот этот режим Black Clash. А еще вот этот Power на первом месте. Прикол. Леша, я тебе профессионал по этой игре. Не-не-не-не. Лазером. Ты дошли нормально. Был слишком жесткий. Ага. Мы еще трое остались. Гол. Голки ключ. Вот эти кто прихел, завадный. Так что давно уже было. Отлично. Иди сюда, скелетон. Скелеты никогда не отстанут. Хотел, чтобы я упал, но нет, я не такой тупой, как другие были. Это ему это где-то так принимает, да? Да. Так и дальше делаю. Так и дальше. Я с пиротом играю. Ах ты. Скелетон, убери! Ура, скелетон, угомонись! Короче, мы тут паркурим, бегаем. Я чуть не упал. О, да. Нет! Ах ты! Какашка. Ничего, страшно. Давайте поиграем в последнюю игру. Вот этот Extreme Run. Я в эту игру режим не так сильно люблю играть. Короче, так себе этот режим. Это игра. Мы бегаем, бегаем. Кстати, можно монетки достать. Только очень мало. Да. Это всегда дает мало монеток. Когда-то раздавали бесплатно пушки, а вот сейчас, почему не раздают бесплатно пушки? Хороший вопрос.
Мы бежим, бежим и молчим. Монетка! Сейчас его соберем. Я тут еще никогда не был, кстати. Я побил свой рекорд. Уже. Вдруг я смогу 2000 собрать. Это будет круто. Нет! Ну хотя бы 1601. Я reversed NF record. Ура! Теперь я 86-й, а был 94-м. Круто, круто. Сколько там на первом месте собрал там, ну, а не там очков? 5453. Понятно. Настоящие там присылы были. Кстати, что там за новости у Friends? Вот какие у меня друзья. Даниил номер 2. А, это понятно. Да. Торгните, прошедшись. Чего? Чё тут? Ну что, уже будем заканчивать видео, будем уже прощаться, да? Здесь сначала откроем сундучок и уже будем прощаться. Окей? Выпал какой-то забор. И я потом посмотрю, что за забор выпал. Ну что, будем уже прощаться. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, потому что я стараюсь и буду опять чаще снимать видео, потому что ведь уже лето. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие видео и стримы, конечно, тоже. Ставьте много-много лайков, пишите комментарии. И что, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.